Всем привет-привет, меня зовут Инна. Сегодня видео «Зимние фавориты». Зима вообще не хочет уходить никак, уже середина марта, но зима все еще владеет. Эти фавориты я собрала не за 5 минут. У меня есть мой блокнот ютубный, где я записываю в темах пропавшая косметика, фавориты, новинки и так далее. То, без чего я не обходилась вообще зимой, либо то, что мне будет напоминать эту зиму, либо то, зачем тянулась рука больше всего, тени, хайлайтеры и так далее. В общем, расскажу вам по порядочку. Будет и туалетная вода, будут и украшения, которые я носила, не снимая. Приятного просмотра. Поехали. Белая большая коробочка, корзиночка. И начинаем по порядочку. Лаки для ногтей. Из моей огромной коллекции лаков очень многие оттенки я стала почему-то не любить на себе. Это красное, бордовое, причем если в прошлом году зимой это были мои самые зимние, самые ходовые оттенки, то в этом году я их вообще не люблю. И даже как-то мало даже красила черными лаками. Вот, как говорится, каждому периоду, каждому возрасту свой цвет, свое время. Этой зимой руки постоянно тянулись вот к этой парочке. Это Дебора Липман. Я покажу их ближе. И палочки-добавочки такие Салли Хэнсон. Вот понимаете, когда открываешь коробку с лаками, перебираешь и просто опять берешь эти. И так вообще из недели в неделю это такие, я бы не сказала, даже это универсальные лаки, это беспроигрышные лаки. Даже если немножко облез кончик лака, не видно вообще. И вот мерцание вот этих палочек, блесточек, придает такое красивое, такое игривое, такую изюминку. Я вообще без добавочных каких-то вот блесток уже вообще не представляю лака и не крашу так. Но вот эта парочка просто, ну вот постоянно красила им. Даже уже иногда ловила себя на том, что так, все, все что угодно, но только не это. И начинаю перебирать, и опять беру вот эти вот лаки. Мой я пользовалась тональной основой от Mary Kay для жирной и комбинированной кожи. Кожа у меня жирная, даже зимой. И, во-первых, я хочу добить уже эту основу тональную, а во-вторых, ну вот поверьте, из всех основ просто честно, вот тянулась рука к этой основе. Во-первых, она достаточно жидкая и имеет такую тягучую текстуру. И вот эта вот текучесть, она очень хорошо распределяется по сухому лицу, потому что кожа зимой сохнет, и очень плохо разнести тональное средство без базы под макияж, без какого-то сильно увлажняющего крема. Но в течение дня пробивается жир, это в любом случае. Поэтому мне именно очень нравилась текстура этого крема. Может быть, вот такие более такие муссовые, более такие вот матовые, плотные оттенки, они пойдут вот на весну сейчас, но Mary Kay зашел на зиму просто на ура. Просто не представляла жизни и не жила без вот этого роскошного, шикарного бальзама для губ, который я уже хвалю, наверное, в сотый раз. Бальзам от Белита 3D эффект для создания красивой полноты губ. Это тот самый бальзам, который пощипывает губы, который за ночь заживляет полностью мои за день искусанные губы. Очень люблю этот бальзам, и из-за того даже, что вот огромная упаковка 15 мл, вот заканчивается мгновенно, просто мгновенно, обожаю его и 100% уверена, что куплю его еще. Настолько плотный, настолько такой, вот это вот сам бальзам держится на губах, вот настолько он такой держит форму, что он не слизывается, не стекает, не исчезает. Я утром просыпаюсь, бальзам все еще на губах. Можете мне не верить, но вот положу руку на сердце, это действительно так. Очень любила этот бальзам и буду им продолжать пользоваться. Ой, и без своего любимого фломастера подводки от Luxe Visage Perfect Color, это в оттеночке коричневом, без стрелок себя не представляю вообще, это, мне кажется, можно не делать вообще ничего, но сделать стрелки.
Поэтому, естественно, всю зиму я открасила графитовым таким фломастером. Стрелочки, все красиво, культурно, удобно, очень здорово. Зимой он у меня от начала ноября и вот закончился только в середине марта. Я долго думала и выбирала между палеткой Inglot, которую я обожаю вот из-за вот этих вот трех оттенков. Я просто их люблю, наверное, навеки. Я их очень люблю, девочки. Это такая классная вот троица. Я не знаю, вот пир и в мир, и в добрые люди. Обожаю просто эти тени. И между вот этой вот красоткой от Dior, упала кисточка, и все-таки я отдаю свой голос вот этой вот палетке Dior. Тени действительно, знаете, такие вот искрящиеся, легкие, такие полупрозрачные, в то же время очень хорошо и красиво смотрится с ним века. И видно, понимаете, как бы макияж, глаз без макияжа. То есть видно, что тени есть, но они настолько такие полупрозрачные, что вот, ну, идеальный зимний вариант. Я уверена на 100%, что я к ним не прикоснусь весной, не прикоснусь к ним летом. Но зимой я с ними отпользовалась вот просто на ура. Я брала вот эту палетку в больницу. Во-первых, тут еще есть помады. Вот помады просто 100 баллов из 10. Помады роскошные, шикарные. Вообще, я их прям храню и берегу. Очень жалко даже мне ими пользоваться. А тени, ну, я не знаю, вот просто на ура. Я выбирала между двумя хайлайтерами. Вообще у меня хайлайтеры — это больная тема. Это как одежда, ты понимаешь, что каждое утро надо думать, каким хайлайтером тебе сделать макияж. И мой любимый, и он любимый не потому, что я им часто пользовалась, может быть, даже и нет, может быть, даже я им пользовалась реже всего. Сейчас он на мне, сразу обратите внимание, это роскошный хайлайтер Estee Lauder в таком вот красивенном футляре и выглядит как змеиная кожа. Естественно, я вам покажу поближе. И выбирала между вот этим вот хайлайтером от Chanel вот такая вот затирка, втирка. Эти два хайлайтера абсолютно разные, но они похожи по цвету. Chanel, он такой делает втирающий эффект. А Estee Lauder, вот это тот самый эффект из космоса, как говорят. Поверьте, я покажу вам это вблизи, и если вам говорили, видно, как из космоса, то это все... Мне хочется, поверьте, добавить его снова и снова. Он сухой хайлайтер, но он нереально делает прям вот glow эффект. Пипку носа, и я балдею от вот этого змеиного, вот этого вот дизайна. Очень классно, прям зависнуть можно. Очень красивый хайлайтер. Вот, поэтому Estee Lauder стал моим хайлайтером этой зимы. Куда же без них. Я вам покажу масло. Вот посмотрите название. Не буду его коверкать, это французское название, поэтому я уж точно правильно его не почитаю. Вот такая роскошная бутылочка. Масло называется «Божественное масло для лица, тела и волос». И этот аромат, это действительно аромат зимы, потому что я пользуюсь им каждый вечер, и я пользуюсь им как добавка для крема для рук. То есть я сначала нанесла крем для рук, нанесла его, втерла, и через какое-то время оно с дозатором, и делаю один пшик этого масла. И вот этот вот аромат, мне кажется, если я когда-нибудь через 100 лет где-нибудь у кого-то это услышу, я вспомню именно зиму 2017 года, потому что я пользуюсь им каждый день по одной пшикалке, я его очень берегу, это действительно вот слово в слово божественное масло. Это средство
заявлено вот таким вот волшебным из-за того, что оно состоит из микса четырех масел. Это масло виноградной косточки, органовое масло, масло кунжутное и масло гибискуса. И оно заявлено моментально увлажнять кожу. Это что-то нереальное, невероятное, неописуемое и очень-очень, вот прям, понимаете, которое, что тебя расслабляет и уносит просто в какие-то мечты и вообще, я не знаю. Очень крутая бутылка и очень крутое масло. И когда оно у меня закончится, я вот честно, я не знаю, что я буду делать. Аромат. Этим ароматом этой зимы стал аромат Брокарт. Если я не ошибаюсь, если я правильно узнавала о этой фирме, это российско-немецко-французское производство. Вот этот сам холдинг Брокарт был основан в Берлине, то есть в Германии. Вы знаете, это абсолютно вечерний аромат. Но я его назвала, я даже делала пост в Инстаграм, это аромат понедельник. Если понедельник просто вообще не хочется ничего, я наносила этот аромат. И однажды, когда я первый раз нанесла его в понедельник, ну вот просто, понимаете, как-то вот сразу все меняется вокруг. То есть это аромат у меня понедельник, и я под него подбирала определенную одежду. Это у меня была черная водолазка, такое вот что-то строгое, и был вот этот вот на мне аромат Брокарт Classic Modern. Это настолько... Его хочется съесть, этот аромат. Это роковой гурманский аромат с восточными нотами. Главная героиня – карамелизированная вишня в окружении ликера из красных ягод и миндального печенья. Сердце – драгоценная роза, приправленная щепоткой лакричника. Все это создает яркий, сочный, упоительно опьяняющий шлейф, смягченный ванилью, пачули и нежными пудровыми нотками. Вы вообще представляете это описание? Девчонки, очень достойный, очень роскошный аромат. И хотя я абсолютно не пользовалась им каждый день, но это для меня было таким открытием 2017 года. Нереальный аромат. Вот, во-первых, флакончик – это просто произведение искусства. Это что-то вот напоминает какие-то вот царские вот эти вот бутыльки, вот эти вот, знаете... царские будуары, где вот это, ну, нереально красивый просто флакон, золотисто-черный. Офигенная вещь, просто офигенная вещь. И это однозначно аромат понедельник, либо вот действительно какой-то такой, знаете, романтик, что ли, я не знаю. Вот что-то вот ближе вот к этому нужно использовать вот эту вот водичку. Терри, я вам покажу сережки, в которой я влюбилась раз, навсегда и безвозвратно. Это вот такая вот красота. Естественно, я вам покажу все ближе. Я их не одела, потому что хотела вам показать их в коробочке. Носила их и на работу, и на тренировки, и в больнице, и на выход куда-то. Это они абсолютно не обязывающие ни к чему сережки. Это такие гвоздики, очень такие женственные, в то же время игривые. В них есть что-то такое и детское, но смотрятся они просто идеально, подходят под все идеально, и... они еще двухсторонние. Это меня вообще просто покорило вообще на всю жизнь. Я не встречала вообще в природе такого двухсторонних сережек. Но они переворачиваются, и вот этот вот отлив вот этой бляшечки, вот посмотрите, он виден еще больше, то есть он тогда переливается на ухи еще больше. Ну, в любом варианте их можно носить. Нереально интересные сережки, и вот просто они
любовь моя навсегда, не только этой зимой. Реально носила их, не снимая. Иногда на работу я одевала что-то такое под наряд, может, что-то такое висячее, что-то такое строгое, но в обед я приезжаю домой, переодеваюсь и цепляю эти сережки. Все показала, рассказала, вот такие были мои любимые фавориты. Наступает весна, меняются вкусы, я уже прям сегодня села, и я не знаю, чем мне накрасить глаза, понимаете? Нету вот весенней какой-то такой сочной, такой какой-то свежей палитры у меня. Вот, понимаете, из огромного количества теней накраситься нечем. Поэтому каждому, каждой паре года, каждому времени свои предпочтения, свои краски и цвета. Это действительно так. И началась весна, и я буду по-новому писать свои любимки. Будем продолжать покупать новиночки, хайлайтеры, потому что скоро, наверное, нужно будет снимать фавориты месяца, а не поры года. Спасибо, что посмотрели меня. Подписывайтесь обязательно на мой канал, на мой инстаграм. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!